Экономика Италии в четвертом квартале прошлого года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим периодом. Согласно пересмотренным оценкам Национального института статистики Италии, в годовом выражении рост ВВП страны составил 1%, а не 1,1%. Вместе с тем, итальянская экономика растет максимальными за последние 12 месяцев темпами. По прогнозам аналитиков, в первом квартале рост ВВП Италии может составить 0,4%.